Неравномерное физическое и психическое развитие детей и подростков в период активного роста часто является причиной возникновения различных недомоганий и даже заболеваний. Период взросления детей – самое беспокойное для родителей время. Карточка для учащихся – лучший выбор родителей для своих детей. Забота о настоящем – это успех в будущем. Биофотонная карточка для учащихся разработана в соответствии с одним из главных принципов китайской медицины. Хорошая циркуляция – залог отсутствия боли. Боль – показатель плохой циркуляции. Для ее производства используются разнообразные натуральные лекарственные вещества, подвергающиеся обработке с помощью передовых нанометрических некристаллических технологий. Биофотонная карточка для учащихся является экологически чистой продукцией и не содержит вредных для здоровья веществ. Карточка для учащихся изготавливается из специальных биоматериалов, излучающих биофотонные волны длиной 5-25 микрон, которые проникают под кожу на глубину 3-5 см и напрямую воздействуют на активную точку Таньчжун, улучшают функционирование сердца, легких и коры головного мозга, активизируют кровоток в сосудах сердца и мозга, а также увеличивают снабжение клеток головного мозга кислородом. Если приложить карточку ко лбу, к активной точке Иньтан, биоволны будут стимулировать секрецию гормонов гипофиза, активизировать деятельность клеток мозга и способствовать нормальному развитию организма. В то же время, испускаемые карточкой для учащихся биофотонные волны имеют частоту, аналогичную частоте биотоков головного мозга, и способны оптимизировать регулируемые им процессы обучения, сна, отдыха и так далее. Научные исследования подтвердили наличие в головном мозге большого количества неактивных клеток, которые находятся в спящем состоянии. Биоволны, излучаемые карточкой для учащихся Хуашен, способны активизировать спящие клетки, стимулируя тем самым мозговую деятельность. Карточка для учащихся показана подросткам и детям младшего и среднего школьного возраста. Рекомендуется носить на груди или прикладывать ко лбу. Время ношения для профилактики 4-8 часов, для лечебного эффекта 4-12 часов. Ношение карточки в течение 24 часов обеспечит наилучший результат. Правильный выбор мудрых родителей. Карточка для учащихся – новое поколение умных и активных молодых людей.